Филиал детской поликлиники расположился на Нефтяникова 25А, на месте бывшей аптеки. Здесь уже полностью произведен ремонт. Практически укомплектованы кабинеты. Три помещения, в которых будут принимать педиатры, кабинет заведующий, прививочная, процедурная, а также фильтр. Всего в филиал переведут 8 участков, а это почти 7 тысяч детей, которые живут в округе. Помещение готово к приему пациентов. Проблема упиралась в оформление документов, но и это уже позади. 7 августа пакет документов, необходимый для лицензии, отправили в Уфу. По закону лицензирование проходит в течение месяца, то есть уже 7 сентября больница получит уведомление. И, скорее всего, 10 сентября филиал откроет свои двери.